В преддверии дня учителя глава городского округа посетил химкинскую школу «Лидер». В неформальной обстановке Дмитрий Волошин поздравил директоров школ с профессиональным праздником и отметил важность их работы. Это люди, которым мы доверили свое будущее. То есть педагог воспитает ребенка, который затем нас сменит. Понимаете? Вот я в такой проекции живу, что это так. Школа «Лидер» – одна из лучших в городском округе. В прошлом году она стала победителем 7-го всероссийского смотра образовательных учреждений. Таких высоких результатов удалось добиться благодаря талантливым учителям и детям, плюс хорошее современное оснащение. Недавно на базе этой школы запустили уникальный образовательный проект IT-куб. Готовили новое пространство больше года, и теперь у детей есть возможность обучаться IT-специальностям. Добрый день. Здравствуйте, дети. Как дела? Пока у вас теория, я так понял, компьютеры выключены. С праздником наступающего вас. Спасибо. Это вам. IT-куб – это дополнительное образование. Факультативные занятия проводятся по 6 специальностям. При этом проект имеет муниципальный размах по оснащению. VR-очки и модульные беспилотники, интерактивные доски и десятки мощных компьютеров позволяют комфортно осваивать новейшие специальности индустрии. Посещать занятия, что важно, могут дети со всего городского округа. Центр IT-куб, он создан для раскрытия вот этих талантов, да, технического творчества. И у детей очень много возможностей для развития. Наши педагоги искренне поддерживают ребят. Даже уже вот буквально месяц работаем. Мы уже имеем определенный план для участия в конкурсах, для разработки и реализации технических проектов, научно-технических проектов. В дальнейшем здесь планируют разработать программы и для более старшей аудитории. Так, на базе школы «Лидер» собираются проводить курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и, возможно, вести онлайн-лекции по дополнительному образованию для взрослой аудитории, желающей сменить профессию. В завершении встречи Дмитрий Волошин подарил цветы всему преподавательскому составу и пожелал творческих успехов в новом учебном году. Сервер Бикмамбетов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.